Привет! Приветствуем вас снова на нашем канале самосовершенствования, саморазвития, путешествия с смыслами, еще чего угодно другого позитивного. И у нас сегодня что? Снова 4 покупки, вернее, как всегда, 4 подарка с фрибиз, 4 пакета, которых мы будем сегодня рассматривать, 4 каких-то интересных вещи. По-моему, Габриэль говорит, что не все это с фрибиз, что-то есть того, что мы сами покупали. Или два. Да, одна, наверное, посылочка из тех, которые мы сами покупали, может и две. В общем, мы сами никогда не следим, нам часто приходит много посылок. Вот у нас еще две посылки валяются, у нас, в общем, сейчас было 6. Но мы с вами сейчас выберем 4 на сегодня, чтобы не слишком затягивать это видео. Как вы знаете, мы делаем очень необычно длинные видео, там от 20 минут. Поэтому 6 посылок, если мы будем осматривать, просто это будет невозможно. 40 минут. Да, минимум будет 40 минут, и то не хватит. Минус недели, но мы можем это помогать. Да, Габриэль чуть-чуть делает быстрее, я люблю вот все порассказывать и так далее. В общем, будем стараться быстрее, чтобы хотя бы 4 посылки на сегодня рассмотреть. А если может быть совсем быстро, то может быть еще парочку. В общем, нас и так фрибиз постоянно закидывает посылками. Кроме того, мы еще сами покупаем. Вот мы сегодня тоже покупали. Сегодня еще на Алиэкспресс была акция 7 лет Алиэкспресс. Мы реально накупили кучу всяких вещей. Вы еще увидите в наших обзорах обязательно где-то через месяцок, когда они придут к нам. Не знаю, штук 5-6, наверное, мы всего разного купили. А то и, наверное, может быть, еще купим. Еще там сутки, двое-трое. Алиэкспресс обычно вот эти вот дни с какими-то там подарками, промоушен-кодами и так далее. Можно какие-то монетки выигрывать. Так, наверное, это все знаете, как Алиэкспресс иногда радует, когда скучно и не хочется выходить из дома, можно там подарки покупать друзьям, родственникам, себя чем-то порадовать. И сегодня мы будем более интересную тему рассказывать. Я еще раз расскажу, что такое фрибиз. Фрибиз — это акция от Алиэкспресс. Если у вас есть телефон на системе Android или на системе iOS, вы просто туда заходите, скачиваете, естественно, сначала официальное приложение Алиэкспресс. Play Store, наверное, на iOS называется и так далее. Только сломал. В телефоне. А, телефон, imaginary. Могу вот даже взять телефончик Габриэль, с которого она обычно туда заходит. И вот посмотрите, видите, написано «Халява и отчеты». Просто туда вот заходите. Когда заходите, и как раз тут написано, какие уже товары люди получали разные, вот их куча отзывов различных, и снизу вот тут вот написано «Халява». Соответственно, вот высвечивается такое окошко, расскажите друзьям, протестируйте наши новинки, и вот куча-куча товара, вот как видите, $91 сверху. Телефон вон за $160 телефон. Короче, куча эпиляторы, там какие-то вот платья, и куча-куча-куча десятки товаров, если не сотни. Ага. Вот, собственно, и все. Такой вот Алиэкспресс. И вот эти все товары вы сами можете выбрать. 2 любых товара из этого выбрать в день. И если вам повезет, то вам их пришлют буквально через 2-3-4 недели, может быть. Прямо домой на адрес обычно присылают какой-то хорошей почты, прямо по адресу. Единственный минус, что обычно очень много вот этих вот товаров. То есть может быть всего 5-6 вот этих мобильных телефонов. Естественно, они очень дорого стоят. Там $100, там 160, вы видели. Какие-то хорошие дорогие телефоны. Их может быть даже всего там 1, 2, 3, чтобы люди попробовали, сделали свой тест, свой отзыв. И за счет того, что такая очередь огромная собирается, то есть на 2 мобильных телефона там может быть там 10 тысяч человек. Поэтому еще лучше, если у вас есть какой-то свой канал на YouTube и так далее, свой какой-то раскрученный сайт, вы какой-то ведете интересную медиа-жизнь, тогда вы можете написать организаторам вот этого всего движения с халявой, с фрибиз, и получать просто вот как мы каждую там неделю буквально по 2-3-4 пакета интересным на обзоры, делать обзоры на своем канале, на своем сайте, получать эти же товары бесплатно, соответственно. Денег за это, конечно, не платят, но тоже неплохо. Как видели, некоторые товары очень прикольные, очень классные. И, собственно, сейчас мы, наверное, и начнем. Смотрите, что же очень прикольного, очень классного нам прислали на этой неделе. Заодно вы сами сделаете вывод, есть ли смысл, в общем, в этом участвовать. Но если у вас нет сайта, тоже ничего страшного. 2 товара в день, бесконечное количество, хоть 60 товаров в месяц. Рано или поздно вы выиграете что-нибудь. Но еще лучше, если у вас есть свой канал. В общем, давайте приступим. И сегодня первый буду выбирать. Да, потому что я выиграл. Потом Габриэль покажет. И может быть я вставлю, да, сюда вставочку, как это все происходило. Габриэль меня учила новой бразильской игре. Не, у нас другая игра. В общем, эта игра называется вот эти камень, ножницы, бумага по бразильски. Ай, não, claro que não. No Brasil também tem pedra, papel, se chama pedra, papel, tesoura. В общем, у нас такой нет. Você coloca o número par ou o número ímpar.
Со есть. В общем, я выиграл. Смысл игры заключается в том, что один показывает либо один палец, либо два пальца, либо пять пальцев. Mas você pode colocar cinco. Você pode colocar cinco. Только на одной руке. Ну, а второй может тоже на одной руке с пяти пальцев выбирать любой вариант. И, соответственно, один выбирает четное число, другой нечетное. Если вы выпадаете один палец и один, то выиграет тот, кто четное число загадал. Если выпадает три, то или там пять, семь, то, соответственно, выигрывает тот, кто нечетное. И, соответственно, я выиграл, поэтому я осматриваю сейчас вот такую вот штуку. Скорее всего, коробочка с наушниками. Сейчас мы узнаем, они проводные или беспроводные Bluetooth. Скорее всего, беспроводные такие маленькие. Вот такая вот липучечка. Как всегда, пакетик. Пакетики. Мы собираем, да, хорошие пакетики вот такие вот. Мы с Габриэль думаем, что называется RaxFly или чего-то типа вот этого. Сразу видно, да, что очень прикольная вот эта коробочка. Она тверденькая, ее можно там, не знаю, даже для лекарств использовать, для зеркальца, еще чего-нибудь, для телефонов. Шикарно, да, смотрится внутри. В принципе, даже можно такую отдельно коробочку купить. Она многофункциональная, прикольная. Это очень похожие наушники с теми, которые у нас есть, которые мы уже где-то месяц или полтора назад с вами рассматривали. Тут вот внутри небольшой USB кабель. Причем он действительно очень небольшой, реально маленький. Вот буквально, я не знаю, так он с пальчик, а так он буквально с две ладошки. Плюс у этих наушников идут еще три дополнительных насадки, вот такие вот беленькие. Это для разных, не типов ушей, так скажем, а для разных размеров дырочек в ушах. Они идут маленькие, средние и большие. Вот насадочки обычные, идут три размера, я уже сказал, маленький, средний и большой. И вот такая вот штука, примерно как Bluetooth, вот одевают в ухо рядом, чтобы оно еще в дуче держалось. Собственно, и все, вот я же говорю, у нас такие же, смотрите, обзор с предыдущими наушниками. Они практически идеально одинаковые, только чуть-чуть другой цвет и от другой фирмы, но сделаны абсолютно так же. А, и плюс тут еще идет дополнительная насадка. Mas o manual é o mesmo. Да, и инструкция, по-моему, та же самая. Но нам эти, скорее всего, даже нравятся чуть-чуть больше, потому что к ним как минимум шла дополнительная коробочка, и вот такие вот двойные, я не знаю, честно говоря, никогда не видел вот таких вот наконечников на наушниках двойных. В принципе, нормально, очень даже нормально вот так вот. Часто использую их. Они очень хорошо шумоподавляют. Практически шумоподавительные наушники. Хорошо вот заходят. Не выпадают. Ничего, можно даже бегать, я не знаю, в них как спортивные наушники использовать. За счет еще шумоподавления в них очень хорошо ездить в метро, удобные шумные места посещать. Я не знаю, на дискотеке, конечно, нету, но в автобусе, там, который трясет, там, бум-бум-бум-бум, вот отлично. Кроме того, тут еще есть магнитик, чтобы они не терялись. Можно вот их носить, ожерелье, украшения, вот такое вот, красивенько. И, собственно, все, вот такие вот наушнички. Заряд они держат очень долго, ну, часов 10, я думаю, 8 он подержит. Честно говоря, никогда не удавалось их именно разрядить полностью, вернее, удавалось, но это проходило в течение месяца, наверное. Так вот, красиво, Габриэль тоже иногда использует. А, я gostei. Нормально, и да, вот эти насадки, может быть, даже еще и лучше, чем... Porque esse aqui é bem pequenininho, não dói tanto ouvido. Чуть-чуть мягче они заходят вот с этими насадочками, чем с теми. Хотя Габриэль, по-моему, даже не пробовал с маленькими насадками. И быстро покажу вам. Вот тут делать громче, тише, либо переключать музыку прямо на телефоне. Можно прямо с них переключать телефон. Также можно взять трубку и выключить их. Включаются. Вот, если такой пошел сигнал, это значит, что они уже готовы к Bluetooth-спариванию. Отлично работают, мы уже проверили, так что сейчас будет Габриэль начинать. Не будем мы сегодня задерживаться, если что, смотрите наши предыдущие видео с такими же наушниками. И очень даже хорошо, очень советую такие наушники, особенно если вы часто ездите в шумном транспорте. Следующий, другой маленький пакетик. Последний сегодня маленький, у нас остались одни огромные только. В общем, мы сначала выбрали самые маленькие, чтобы потом такие по-большому. Это мы сами покупали. Необычная такая штука. В общем, сейчас Габриэль ее покажет ближе. Но это вот у нас мама нам передала кастрюльку, чтобы мы пользовались. Мы сейчас живем отдельно. И, собственно, у этой кастрюльки не было ручек. И мы решили попробовать купить ручки на Алиэкспресс от кастрюльки. Вот там $2 это было. Мы сами это купили. Это уже не часть фрибиз. Габриэль всего одну ручку сейчас покажет, потому что, собственно, две ручки не одинаковые. Para você usar aqui, né? Ou assim, talvez. Não sei.
Parece forte. Uhum. Похоже, что пластик такой достаточно крутой. Во-первых, прочный, а во-вторых, скорее всего, не будет сильно нагреваться. Плюс металл настоящий. Парафузус, чтобы поде encaixar. И два болтика, собственно, которые их туда вкручивают. Мы обязательно сделаем небольшой бонус, который я положу в конце к этому видео, как мы будем закручивать эту кастрюльку и будет ли она работать, подойдут ли вообще эти ручки. Не 100%. Габриэль просто выбрал, потому что там два болтика, и у нас вроде два. Мы не знали даже, как найти и так далее, поэтому просто купили и все. No, и будем разбираться, да. И вот это вот, насколько я понимаю, я так точно понимаю, что это обувь, потому что, ну, она похожа на обувь, она без коробки. И, собственно, сейчас мы будем ее открывать. Первый раз заказываем, выигрываем, вернее, получаем обувь с Алиэкспресс. И сейчас мы узнаем, подойдет ли она мне, самое главное. И еще более самое главное. Тут целых два пакета. Еще один, третий. Нет, это уже бумажный. А, так. Окей, в общем, первый раз мы покупаем с Алиэкспресс обувь. Ты мастер-синга? Очень красиво, как минимум внешне. Габельгичики. Первый раз, кстати, вижу, да, вот такую вот именно инструкцию на настоящей бумаге. Еще и какой-то вторсырьевой. И выглядят они красиво, они очень легкие. У меня, по-моему, именно вот настолько легких никогда не было кроссовок. Материал parece bom, a cor, as cores são muito bonitas. No vídeo tá um pouquinho mais claro do que a gente tá vendo aqui, mas as cores bonitas, aqui tem um lugar para respirar, eu achei. В общем, шикарно, очень рифленая подошва. Видите, в основном черная, чуть-чуть вот тут голубо-синяя, не знаю, небесная, зеленоватая даже какая-то. Тут вот он явно сильно дышащий, вот можно промять. Специальные для бега кроссовки, как я понимаю. Тут сзади тоже есть дырки, специальные отверстия. И сейчас достаем вот тут такие вот штуки, супинатор, не знаю, как они называются. И для зимы, конечно, не подойдут, там очень много в них дырочек. Можно даже посмотреть на вас через вот эту вот ткань. Просто тут у нас сейчас темновато, и, наверное, ничего не видно. Но они очень легкие, реально очень крутые. Мы, как всегда, приложим к этому видео еще одно видео, наденем носочки и покажем. Но в целом очень шикарно. И как видите, у них дизайн очень шикарный, мы, естественно, выбирали. Мы вообще привередливые к одежде. И очень редко прям что-то такое. Написано евро, 41 размер, 7 размер американский или 6,5 United Kingdom. Made in China. Больше толком ничего не написано, но проверим. Кстати, выбирали размеры именно таким образом. То есть не писали им размер, а там у них, у продавца на Алиэкспресс указан именно размер ноги, под который они должны подходить. Мы померили мою ногу. Я уже не помню сколько, 26, наверное, получилось сантиметров. И, собственно, будем мерить, и как раз вы узнаете, совпадают ли те сантиметры, которые вы измерите на своей ноге. У меня вот такая вот нога. Шикарно, да. И, собственно, будем мерить чуть-чуть позже их. И давайте, да. Габель будет последний. А último esse aqui, ó. Тут две коробочки, явно. Мы же знаем, что такое. Такая двухсоставная посылка с Фейбис. Первый раз, да, кстати, вот именно. Чтобы она совсем, то считайте, два подарочка у нас на сегодня. É um fone de ouvido, vieram. A caixinha de som veio assim, com esse plástico bolha. A caixa, o fone de ouvido veio assim, inclusive tem um grande furo aqui. Тут, насколько я понимаю, достаточно большие наушники должны быть. И вот тут вот должна быть внешняя колонка. Тоже такая у нас такой фирмы уже есть внешняя колонка. И мы сейчас будем проверять, в общем, что как оно. Aí vem outra caixa aqui por dentro. Еще одна коробочка, да, коробочка в коробочке. Да, в последнее время, можно сказать, коллекционируем различные вот эти вот динамики, спикеры, Bluetooth. И мы уже одну такую вот коробочку подарили нашему другу на день рождения. Виталик, его зовут. Виталик, привет, если ты нас смотришь, да. Очень шикарно, у нас есть, правда, теперь уже побольше, так что участвуйте в Фрибис, у нас есть прям совсем большие. Так как мы показывали уже этот товар на нашем канале, то будем сегодня по-быстрому это показывать. Сейчас она скажет свое фирменное слово. Welcome to QCY. 准备配对.
Показываем очень быстро. Вот такая вот очень шикарная колоночка. Мы вам сделаем обязательно линк на предыдущее наше видео, где мы осматривали уже эту колонку. Она очень тяжелая, очень классная. Тут стоит достаточно большой и динамик, он практически как вся колонка, это динамик. И плюс сюда можно вставлять карту памяти, то есть можно независимо от телефона слушать музыку вот с этой колонкой, так всякие там аудиоуроки, не знаю, выезжать на природу. Она достаточно тяжеленькая, примерно как мобильный телефон, но зато она полностью металлическая, вот кроме вот этой вот части, вот это вот все идет полностью металл. Очень классно, шикарно выгравировано. Как вы видите. И мы очень довольны, наш друг очень довольный, которому мы подарили такую же колоночку. И, собственно, все, смотрите предыдущую нашу серию. А главное то, что с ней вместе, почему мы заказывали второй раз одно и то же, потому что с ней вместе мы заказали еще и наушники, которые мы, собственно, и хотели потестить. И сейчас мы их и протестим, собственно. Да, очень, очень легенько. Parece mais leve do que a caixa de som. Mais leve do que a caixa de som. Ой. Да, они одинаковые, учитывая, что тут чуть-чуть больше картона. Хотя даже не учитывая, что тут чуть больше картона, вот эта коробка, наверное, даже легче. Они примерно одинаковые. Чего? Может быть, даже это чуть потяжелее, потому что там внутри идет аккумулятор. Сейчас посмотрим, что за наушники. Нам прислала QCY, которой мы уже радуемся. Который... QCY был. В общем, глянем, чем нас QCY порадует. Бранко, не знаю, как я себе бранко. Такой вот небольшой кабель, беленький, и как всегда, у китайцев, видимо, новый такой вот прикол, они делают кабели очень тонкие, может быть, они лучше и дольше держат такой вот кабель. Olha, gente, fone de ouvido. С локоть. Olha, ele não é redondo, como todos os outros, ele é quadradinho. Очень приятные, да, вот эти штучки, и плюс они еще как-то, видите, неустойчиво стоят, сейчас мы проверим, а, они, кроме того, что они неустойчивы, их еще... Они вправо, влево, вперед, назад, в общем, чтобы это было удобно. И очень мягенькие, очень приятные, похоже, даже, может быть, это и натуральная кожа. Gostei, estou bonitinho. Ah, eu tô procurando, ué, cadê o a linha daqui? Essa que é Bluetooth, né? Não tem linha. Да, кабель пыталась, короче, говорит, где кабель отсюда? В общем, вот такая вот. Eu que experimentar, já experimentou primeiro. Por que é mais bonito? А, это Мэнгош. Покажу вам, как он вообще не устроен, эти наушнички. Вот тут вот небольшая кнопочка, можно включить. И он сразу начинает уже искать Bluetooth. И тут вот снизу находится код для USB кабеля. Device One Connected. Device One — это первый девайс. Бон сон? Угу, все музыка. Моя нас. Уже можно услышать, что есть, да, какой-то звук. Сейчас мы еще проверим, если плюс-минус работает. Ой, я переключил, Габриэль. А, você ligou aqui. Я позвонил кому-то. Угу, você ligou. Я теперь знаю, сколько у нас на счету, не скажу вам. Минус 11 гривен на самом деле. Мы уже не пользуемся интернетом из-за этого. Viu, gente, muito alto. Очень громко, на самом деле. Реально, вообще ничего не слышно, с кем вы разговариваете. И меня вот уже оглушило, я уже начинаю. Серьёзно, я не слышал ничего. Я не слышал ничего. Deixa eu focar. Ты só vi, я tava olhando pra ele, mexendo a boca, falando, mas não posso escutar nada, sério. Muito, muito babafa, muito som. Шикарно, просто вообще идеальные наушники. Особенно вот как я говорил в метро, автобусе, я забираю свои слова, это еще круче. Они полностью закрывают слуховой. Я не знаю, ухо полностью, даже еще и, наверное, с запасом закрывают они ухо, их можно хорошо настроить. Просто Габриэль говорит слова, не слышно вообще никакого перебива. Чуть ли не лучше глушат, чем вот эти вот наши большие, которые мы недавно получали. Габриэль говорит, что они намного даже лучше, чем наши вот эти вот огромнейшие. Они вот эти наушники полностью вот на 100% перебивают звук остальных девайсов. При этом музыка как бы играет не очень громко, ну относительно, да достаточно громко, но не супер громко. И при этом вообще не слышно, что говорят другие. И так там что бей... шикарно. Да, можно использовать. В общем, если вы слышите какие-то лекции или какую-то музыку, вы можете слушать там, я не знаю, дети кричат, падают танки, самолеты. Если танки падают с самолета, вообще еще хуже. И вы просто одеваете это, и у вас блажь. И все, можно спать, можно делать что угодно.
Пусть весь мир подождет, как Данон. Так я бы не сказал, что очень сильно глушит. Те наушники и вот эти маленькие, если их не включать, глушат намного больше. Но вот если включить это, то просто шикарно. Сейчас Габриэль еще возьмет вот эти наушники, и мы сделаем вообще супер для вас тест и проверим, будет ли слышно. Мне уже самому стало интересно. Сейчас я включу. Париваться. Плюс в том, что если не включать музыку, то эти намного делают тише других людей. А те практически не делают тише. Но если тебя включить, то просто будет вообще совсем большая разница. Давайте проверим. Não tá ouvindo? Como que você tá falando não, se você não tá ouvindo? Вот, собственно, и все. Все наши тесты на сегодня. Как вы видели, отлично. От компании QCY пришло сразу два товара. Так что считайте, что мы сегодня осматривали, обозревали 5 товаров целых. Даже если вы хотите, сделаем отдельную ссылочку на покупку самого этого спикера. Он действительно очень прикольный. Жгу, мы подарили буквально 2 недели назад, может быть, нашему другу. Кроме того, мы еще сделаем 2 видео. Прямо сейчас, наверное, будем делать. Это нашими кроссовками, с моими, вернее, кроссовками. И с нашими ручками для нашей костюльки. Я, правда, не уверен, что она подойдет, но, в общем, это как раз... Я надеюсь, что функционирует, потому что мы тут шанты. В общем, уныло, да, вот без этих ручек, короче, использовать эту костюльку. Мы собираемся для вас делать еще и видео по готовке и так далее, так что нам ручки обязательно пригодятся. Без ручек, как без рук, как говорится. Ну и, собственно, все, на этом будем с вами прощаться. Подписывайтесь на наш канал. Кроме того, подписывайтесь вот на эту программу FreeBeast от AliExpress. Как видите, нам приходят реально очень крутые вещи и не очень, далеко не очень дешевые. И это действительно функционирует. Да, и они еще все отлично работают. Мы уже 3 месяца, наверное, делаем обзор FreeBeast различных посылок интересных. И, по-моему, еще ни одна штука не сломалась. Ничего, хотя у них официальной гарантии, скорее всего, нет, потому что потом это будет тяжело отправить продавцу в Китай назад. Но все приходят в идеальном состоянии, да, бывают коробки немножко где-то ударенные, надорванные. Но это на функциональности никак не сказывается. Кроме того, даже одежда пока что на данный момент вся подходила. Не знаю, на карку я или нет. Мы будем сегодня проверять наши кроссовочки. Но до этого все было просто идеально. Так что подписывайтесь на FreeBeast, подписывайтесь на наш канал. И пока-пока, ставьте лайки. Пока. И через неделю мы уже с вами увидимся, а то и быстрее, потому что уже несколько подарочков к нам пришло, и мы еще ждем парочку. И будем, собственно, открывать уже все вместе. Пока-пока. Итак, пробуем. Чуть-чуть пока что маловато, но мы сейчас сделаем. Именно дело пока в шнурках. Да, идеально практически. Все? Угу. Тяжело сказать. Чуть-чуть, они даже где-то на четверть размера больше, на пол размера больше. Но тут все четенько. Где-то близко к идеальному. I can say the footing. В общем, да, специальные бегательные кроссовки. Шикарный, вот уже сразу видно мои белые носки, я специально одел белые, потому что у меня большинство носков черные, но чтобы вы увидели. Кроссовки для бега. Pra que isso? Eu sou andar. Ну так вот смотрится хорошо, на меня идеально подошли. Похоже, что они идеально сочетаются с носками, вот тут написано тут. Может быть, было бы лучше, если бы они были полностью черные, потому что есть такой вот какой-то диссонанс. Но очень хороший, собственно, все. На этом мы прощаемся и идем делать ручки наши. Итак, у нас получилось таки с одной стороны удалить старые вот эти вот болты. Если честно, вот видите, на второй стороне не получилось. Один прям с мясом удалось вырвать, а второй вот прям такой держится до сих пор. Нужно его чем-то полить, какой-то кока-колой. Потом мы, в общем, сделаем как-нибудь. Но сейчас так у нас получилось это сделать все нормально. Давайте пробуем, подойдут ли они. Но я уже вижу, что подойдет, скорее всего. Вот, мы сейчас приставим. И у нас есть отверточка. Вот такая вот с AliExpress тоже. Ну, собственно, и все. Один болтик есть. Видите, вот такой вот болт, весь был черный, еле-еле получилось снять, вот тут вот все прям было поржавевшее. Но, видите, главное, что все работает. Сейчас мы закрутим последний. А, угу. Бом. Вот такая вот ручка, все нормально, вот можно держать. Чуть-чуть видно, что она не идеально прилегает. С этой стороны гораздо более идеально, но потому что этот болт был первый. Можно было бы, конечно, до середины закрутить, потом до середины закрутить на другой. Ну, ладно, уже как есть. Стало оно железно, так что нормально. Можно, конечно, было бы вообще костюльку, конечно, выкинуть, но уже лучше пусть будет так, чем никак. Потом уже заменим на другую, утилизируем ее как-то или подарим кому-то. Вот, собственно, и все.